Так уж повелось, что любовь к котлетам у нашего человека в крови. Столько уже рецептов существует, и не сосчитать. Вот и поделюсь своим классическим рецептом домашних котлет из говядины, сытно и сочно. Такому простому рецепту домашних котлет из говядины меня обучила бабушка еще в детстве. На те времена панировочных сухарей еще в продаже не было, а муку бабушка всегда экономила для выпечки, поэтому здесь котлеты делаются без панировки. Но, честно говоря, мне так нравится даже больше, так как вся панировка обычно в процессе жарки остается на сковороде и начинает пригорать, так что это еще одна причина, почему я так люблю этот рецепт приготовления домашних котлет из говядины. Попробуйте и вы. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Хлеб замачиваем в воде, идеально, если это будет чуть черствый, вчерашний батон без корочек. 2. Добавим к фаршу, тщательно перемешаем, затем добавим соль, перец и специи по вкусу, добавим яйцо, перемешаем еще раз. 3. Теперь влажными руками из этого фарша формируем котлеты. 4. Обжарим со всех сторон на растительном масле, можно брать и сливочное. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Вот такие красивые котлетки получаем. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фарш говяжий, 700 грамм, вода, 100 миллилитров, хлеб белый, 3 ломтика, яйцо, 1 штука, специи, по вкусу, количество порций, 4-5. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. До новых встреч!